Так, как записать диск на Xbox 360? Вводите вот этот код. То есть... Копируйте в браузер. 4 мегабайта. Нажимаете скачать. 2 минуты, видите. Две минуты, 20 секунд. Скачали, нажали и запустили сразу. Написано установить, восстанавливать ее. Я принимаю. Здесь ничего не надо ставить. Все. Новую версию нужна ли она? Нет. Вы сразу вам открывается сайт их не, но это не нужно. Закрываем сайт. Теперь как настроить программу для записи диска. Так, есть этот туториал в интернете. Настраиваем программу, как внизу на картинке. Вот видите, это находится на сайте The File Forum. Вот, чтобы почитать, еще раз удостовериться, что я сейчас все правильно буду делать. Вбиваем Ctrl-S и вставляем в поиск. Вот, видите, я вставил поиск, открываем программу, и сразу вылез как раз этот сайт. Это файл, то есть. Так, давайте теперь... это, где программы-то? Настроим так, как здесь написано. Finish. Запустить. Да, запустить. Так, здесь какое-то меню вышло внизу. Закрываем. Не надо это на все. Так, программа, она какая-то стала другая. Это какая-то другая версия. Ну ладно, мы заходим. Settings, как там написано было. И представляем. Здесь файловую систему выбираем. Давайте посмотрим еще раз. Что нам советуют. Так. Write size. Type DAO SAO. Как видите, совсем другая прога. Не то. Блин, другая версия совсем. А, нет, вот. Да нет, не то. В райт. А, надо в райт зайти. Все, неправильно. Да, устал, здесь все стоит то же самое. Так как мы для Xbox будем резать, нам нужно проставить цифровые параметры здесь. Вот эти цифры. 1 9 1 3 7 60. Ставим 1 9 1 3 7 60. Вроде так, сейчас посмотрю. Да, вот этот параметр позволяет вам не искать DVD файл, который вставлен в этом, можно сразу резать. Теперь посмотрим здесь настройки, все ли он, ну, все у нас правильно поставлено. Так, все то же самое. Так, Prefer формат максимум у нас. Давайте тоже максимум поставим. Я не уверен в этом. Ну, как здесь. Остальные настройки то же самое. Так, в правом боку. Видите, в правом. Сейчас еще как диск не зарежется, у меня вот будет прикол. А, здесь все то же самое. Все стоит по умолчанию. Ничего менять не надо. Да, у САУ. Все правильно, write. Окей. А, нажимаем, значит, тогда все сохраним. Ну, настройки делали, нажимаем окей. Теперь вставляем DVD-ук. Ой, диск. Двухслойная болванка. Самая паршивая у меня. Формат этот. SanDisk какой-то или как там.
Короче, я за 25 рублей купил. Сейчас. Еще насчет DVD-ков, которые пишут. Я сейчас ноутбук пишу, некоторые на ноутбуках, некоторые не могут записать. Там нужен специальный привод. Вот, так что я сейчас, скорее всего, запару эту болванку. Но не стрёмно. Так, здесь чего? Здесь какой-то друг меню мне не нравится. Экспорт. Как сделано? Стандартный. Так. Давайте это нажмем. Ну да, очень неважно. Здесь теперь нажимаем. Выбираем файл. Я загрузил игру. Redfall: The Domination. И здесь она, кстати, видите, с DVD-ком. Если есть DVD-файл, ну давайте уж DVD так, чтобы открыть. Так. Скорость. Стоит макс. Нам нужно 2.4. А может даже 2. Давайте. Я не помню. Так, а он что советует, чувак? Ничего не советует. Так, прошить. Так, все. Давайте эту скорость 2 сделаем, нормально будет. Да. Может, 2.4? Давайте 2 все-таки. Да. Все, нажимаем. Видите, здесь параметры появились. Итак, у меня диск Write Machiha какой-то SATA DVD-R плюс. Здесь видно, что мы купили болванку DVD-R плюс R. Они все такие. Вот дальше здесь видно. Ну, вот такие настройки здесь простые. Здесь дальше ничего. Что у меня за привод-то здесь не написано? У меня Microsoft CDMH. Нет, это DVD-ROM. Все, ладно, ждем. А, вот здесь написано. Мочи, вот мой привод. Называется. Я не уверен, что он прожгет диск, потому что, ну, нужен какой-то пионер. Обычно всем, кто слышал слово такое. Есть какой-то привод пионер. Ну, сейчас запарим болванку. Так, я всегда набываю эжектория, чтобы услышать. Вэфли — это проверка, она нам не нужна. Вот, это так быстрее будет. А может надо, слушай. Ну ладно, оставлю вэфли. Так, пошла запись. Побежали циферки. Сектора у нас загружены. Ну, ждем, давайте. Все, сейчас я перехожу в режим паузы. Сколько будет длиться запись? Ну, от 20 минут до часа. Где-то так. Ну вот, прошло целую кучу времени, да я еще забыл целый час, но это из-за того, что я забыл про это. И сейчас опять ошибка какая-то вылетела. Давайте сейчас. Нажмем. Ставим диск опять. Может, это из-за того, что нужно диск ставить и вынуть. Потому что в приводе-то у меня на проигрывать-то нет функции вынимать, вставлять автоматически. Может, из-за этого? Окей. Итак, долгожданная фраза. Operation Security Complete. Что я хочу сказать? Все, диск записался супер, без каких-то проблем. Нужно верфли прописывать, поняли, наверху. То есть вот эта штучка, галочку, ее снимать не надо. Вот. Дело в том, что вот во время записи, там, если вы читали когда-нибудь туториал, было написано, диск сам вынется и засунется. Так вот, я же пишу на ноутбуке, ноутбук у меня нет функции засовывания автоматически. Поэтому я засунул вручную, нажал продолжить. И все записалось без проблем. То есть никаких вам порезанных болванок, все круто. Так что туториал удался. Урок был записан при поддержке сайта Слона32 на Рутру.